Всем привет! Выходные уже совсем близко. Пришло время решить, как вы их проведете на этот раз, а мы можем вам в этом помочь, рассказав о самых интересных предстоящих событиях в нашем округе. Эти выходные у нас праздничные, ведь грядет День защитника Отечества. Кстати, отдыхать мы будем целых 3 дня. В Щелковском театре 23 февраля в 16:00 состоится концерт Щелковского духового оркестра и ансамбля русской песни «Распевы» под названием «Служить России». Главный дирижер Александр Базилюк. Художественный руководитель, заслуженный артист России Геннадий Шалунов. Приходите, начало в 16:00. Праздничные концерты также пройдут в Загорянском доме культуры 23 февраля в 14:00 и в СДК Богослова 22 февраля в 17:00. Также 22 февраля в Щелковской центральной библиотеке в 13:00 можно присоединиться к праздничной программе «Держава армии сильна». Уверены, скучно вам не будет. Погода на улице совсем уже весенняя, а что делать, когда в феврале дождь, а кататься на коньках хочется? Правильно, отправиться на ледовую арену, где еженедельно проводятся добрые часы и часы массового катания для жителей и гостей округа. Часы массового катания пройдут в субботу с 18:15 до 19:15 и в воскресенье с 13:15 до 14:15. Как всегда напоминаем, бесплатно каток могут посещать многодетные семьи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ветераны боевых действий, пенсионеры, школьники, студенты высших и среднеспециальных учебных заведений. Также на ледовой арене имени Третьяка 23 февраля состоится дискотека «Ледяной фейерверк». Вас ждет катание на коньках и зажигательные танцы на льду. Все желающие смогут принять участие в конкурсах, а самые активные участники получат подарки. Дресс-код мероприятия – стиль милитари. Стоимость входного билета детям до 7 лет – 150 рублей, от 7 до 14 – 250 рублей, а взрослым – 400 рублей. Ну и завершение кино. Удивительное путешествие доктора Дулитла ожидает вас в кинотеатрах. Эта приключенческая комедия расскажет о том, как 7 лет назад доктор Дулитл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции – его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулитлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку. Также на большом экране вы можете посмотреть на «Соника» – головокружительное комедийное экшен-приключение, в центре которого культовый герой – отвязный ярко-синий ежик Соник. Вместе с новообретенным человеческим лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору-работнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства. «Соник» в кино основан на всемирно известной видеоигре от Sega. Сегодня на этом все. С вами была Мария Буржинская. До скорой встречи!